Вот, друзья, вы видите простую калифорнийскую семью. Папа, мама и девочка. Семья готовится к тому, чтобы в водичку пойти со своими досками. Там уже, кроме них, полно народу. Сейчас 8 утра примерно. Вот, это такой лягушатник, здесь молодняк тренирует. Смотрите, что творят. Много детворы, очень много детворы. Вот они, досочники, велосипедчики, самокатчики. Так и взлететь можно, я думаю, если разогнаться на велосипеде, и доска большая, и еще ветер, допустим, встречный, можно взлететь. Со всех сторон что-то движется. Какие-то соревнования, люди бегут с номерочками. И это, друзья, 8 утра, воскресенье. Спрашивается, вам в воскресенье 8 утра нечем заняться. Правда? Казалось, не, ну вот, объективно. Конечно, сериал. Да. Мы вчера с вами, Алексей тут со мной. Вот, значит, мы вчера с Алексеем вечерком там по 25 миллилитров коньячка. Значит, ну, чисто демонстративно. Так, понюхали больше. И человек говорит, что же вы делаете? Говорит, где я там в 5 утра коньяка возьму? Я думаю, а что ж ты в 5 утра это видео смотришь? Неужели в 5 утра хочется смотреть видео? Да, друзья, вот такое разнообразие нас, зрителей. Ой, а что это он? Зарядку делает. Я понял. И не зрителей. Так, там еще толпища небольшая на воде. Тут если толпища, то обязательно будет на воде. Хотя на берегу, можно сказать, какие-то люди совершенно голые. Частично. Так. Ну-ка смотрим. Так. А этих собачек столько, ты смотри. Собачки. Так. Переходим к водичке. Вот они, друзья. Вот они. Да. На сушу не загонишь. Вот такие люди у нас живут. И естественно, друзья, как это часто бывает в мире чистогана, храме, понимаешь, норовят чем-то торгануть. Вот, приторговывают прямо, да, в святых местах. Вот там костюмчики, гидрокостюмчики. Вот такая, такой навесик. Это, между прочим, фирменный магазин, это не просто так. Собаченцы. Да, вот и ласточка. Ты смотри, как она. Да, называется, что она сабмиссив. Такая собачка. Сабмиссив. Действительно. Хорошо так, на солнышке. Тебя похлопывают. Жизнь, о которой можно только мечтать, друзья. Только мечтать. Вот эти люди, друзья, стоят с таким столиком. И у них на столике стаканчики с водичкой. Для тех, кто мимо бежит, чтобы они могли стаканчик так на ходу схватить и опрокинуть внутрь. Давно, говорят, Михаил, вы студенток не показывали. Да вот вам студентки, пожалуйста, тут сколько хочешь студенток. Учебное заведение, не знаю, на них не написано.
сожалению, друзья, вы не можете вот вместе с нами почувствовать ветерок, запах йода. И так вот физически кожей как бы поосязать то, что тут осязается на бережку. Ну, ничего страшного. Даже визуально неплохо. И продолжают тут бежать, бежать. Продолжают двигаться люди с собаками и без собак. Так, хотя собак, надо сказать, что много. Вот они, красавцы какие. Вот, и даже дети куда-то бегут. Куда ты бежишь, мальчик? Так. Вот так, друзья, выглядят американские стройки. Те, кто там строит, хотят, чтобы все было видно. Они не ставят такой забор, чтобы скрыть свой труд, а наоборот, делают такой, чтобы показать с гордостью. И чтобы люди сказали, вот эти люди, ага, вот оказывается, как они хорошо работают. И вот телефончик, тут табличка, да, видите? Табличка с телефончиком. Мне как раз тоже нужно было буквально там перестроить домик. Вот так уж. Thank you.